В жопу интро, приступим. И всех приветствую на канале Уникидис. Сегодня мы проходить FNAF 9, так. Там где? А, все, понял. Так, сегодня мы будем проходить FNAF 9, я не помню, что было в прошлой части, да нам нафиг не нужно. Блин, нос как обычно заложенный, это как всегда, это закон подлости. Так, а, все, понял. Уйди. Кстати, а где Фокси? У него ж фонариком надо бы следить. Фредди, отлично, Грегори, ты добрался до восточного зала игровых автоматов. Ты сможешь попасть в призовой уголок через комнату охраны. Найди дверь со значком пропуска. Понял. Чё? А чё, увидела? Чё, серьезно? Чё, серьезно такая ляля, что ли? А чё, так можно было? Вот он, вот мы сидим. Вот она стоит. Так, запись идет. Блин. Этот звук напоминает, будто она нюхает. Кстати, а почему заработала сигнализация? Та-та-та-та-та, все, уходи. Уходи. А что это она решила проверить? Я не понял. Я думал, сейчас мою проверит. Так, давайте разберемся. Вот отсюда мы, значит, пришли. Вот здесь у нас подзарядка. Куда нам нужно? Нам нужно вот сюда, я так понял. Так, все, она ушла, можно вылазить. Сигнализация, блин, заработала, пипец. Как обычно, в самый нужный момент. Так, это робот-пылесос. Еще один робот-пылесос. Там никого нету. Здесь опять роботы-пылесоса. Здесь снова они. Так, а мне куда, мне куда, мне куда? Так, сюда спрятаться не... нельзя. Так, она где-то слева. Так, ну-ка, тапнем. Так, мы сейчас вот здесь. Блин, она вот где-то по духам жужжит. Здесь тоже роботы-пылесосы. А она где? А она где? В ту сторону. Так, мне вот сюда, может, нужно? Но я почему-то не думаю, что мне нужно сюда. Ой, ёшкин-кошкин. Ага. Ага, она вот она в конце аж. Во. Фредди, она не открывается, какая досада. Помимо стены звезды игровых автоматов в дальней части зала, там в самом конце будет подъемная дверь, которая будет в призовой уголок. Эти что, сыщик что ли? Так. Так, ты уйди. Ты это мне тут суету не наводи. Готова поспорить, у тебя друзей нету. Ну что ты давишь на больное это, а? Твою мать, пылесос ты недоделанный. И что, придет сюда? Да ладно. Вот только ты не надо мне хватать, да? Вот мой получательно. Так, я, по-моему, ее увидел. По-моему, она где-то. Так. Мы здесь вроде бы должны быть, по идее. А она где? Ага, мне надо вот сюда.
Прячься сколько хочешь, трусишка. Да, да ничего не трусишка, ты себя видела. Я понял. Кажется, схему как можно пройти. Так, а где она? Прискакал тут конь. Подожди, а где она? Я не пойму, она где-то рядом вот топает. Блин, вот здесь вот камера не берет. Ну сдавайся, сдавайся. Ты идешь ту жопу. Фиг тебе. Я так понимаю, она в эти-то упоролась на меня. Угу. Ходит, блин, за стенкой. Give up. You can't win. Сдавайся, тебе не победить. Что по заданиям? Так... Погрузочная площадка. You can't hide forever. Так. Камера. Вот она наша тыква. Я так понимаю, она там в туалете застряла? Эти вот пылесосы больше всех опасны. Вот реально пылесосы самые надоедливые. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, а куда мы идем? О, почему-то я шкатулку вспомнил, которую заводят. Так, судя по всему, я на правильном пути. Блин, реально, отвечаю, вот кто самый опасный, это робот-пылесоса. Снова закрыто. Зачем пиццерии столько? Это необходимые средства безопасности. Из-за недавних проблем найдем другой путь внутрь. И найти другой путь в комнату охраны. И каким образом? Я конечно. Твою душу, что ты за гномик? Ну его нахрен. Бежим! Бежим, 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 бежим. Лево руля. Право руля. Иди в жопу, гномик. Таракан несчастный. Так. Это комната безопасности или что? Здесь есть сохранялка? Судя по твою душу. Нельзя так пугать. Так можно довести до инфаркта. Что меня напугало, пока мне за время прохождения этой игры, это пылесосы. Короче, пылесосы и двери. Больше меня ничего не напугало. Двери страшнее этих скримаков. А, сообщение. Пицца из помойки, жалоба. Пицца в заказе была... А, это мы читали журнал, область, не так. Журнал обслуживания. Безумные перчики. В
Пекарня не выключается. Игровой автомат продолжает работать, даже если вытащить вилку из розетки. Чертовщина какая-то. В нем не могла остаться столько... Не могло остаться столько остаточной энергии. Давайте этот аккумулятор Фредди воткнем, что ли. Чтоб Фредди не садился. Так, ладно. Зачем они карты хранят в этих штуках? Чё? Так. Активированная аварийная блокировка. Это область закрыта для посетителей. Так. А, все, понял. Нет. Фредди, что случилось? Я всего лишь хотел пропасть. Сохраняй спокойствие. Я не могу отключить синхронизацию, но это займет некоторое время. А мне что делать? Окей. А что я должен был сделать? Мне, может, кто-то что-то разъяснит? Я что-то вообще прикола не понял. Давайте зарядим фонарик. Так. Требуется четвертый уровень доступа. Нам типа... Ладно, понял. Требуется второй уровень доступа. Требуется второй уровень доступа. Ладно. Что нам нужно сделать-то? Сейчас заблокировано, я могу отключить синхронизацию, но это займет некоторое время. Нажмите тап, у нас еще сейчас по заданию. Камеры. Твою душу не ту кнопку нажал. А, понял. А дальше что? А. Типа, когда он... Все, понял, открыть дверь. А, он ушел. Сейчас он будет в ту дверь долбиться, да? Или нет? Я прикола не понял. У меня сейчас батареи сядут.
Ага, а в чем прикол? Ты ничтожество, я лучше. Беги! А в чем прикол-то? Я нифига не понял. Ага. Вот у нас, короче, есть батарея. А сколько нам нужно протянуть-то? Давайте снова будем здесь сидеть. Это всего лишь я взял всего лишь пропуск. Сохраняй спокойствие, эта комната сейчас заблокирована. Я могу отключить сигнализацию, но это займет некоторое время. Нажмите Tab. Для чего нам не нажимать Tab? Выжить с того момента, пока Фредди не отключит сигнализацию. Окей. Монти, сдавайся. Интересно, и когда он ее отключит? А, все-таки увидел. Хера, дверь открыта, да? Я думал, успею. Я верил в это. Ладно, попытка номер 3. У самурая нет цели, у самурая только путь. Так. А, вон 2 минуты нужно. Ладно, окей. Окей. Окей, окей. Фу, мать, что за звук был? Минута еще. Я так понимаю, здесь вот так нужно выживать. Сейчас он оторбанится там. Потом придет сюда. Эй, пацан, выходи, мы всего лишь хотим тебе помочь. Да не пизди ты, я знаю, как вы хотите мне помочь. Так, это чувырло еще здесь, а? Ну окей, будем ждать. Дома нет никого. Вы кто такие? Я вас не звал.
я не понял. А чё за нафиг был? Если у него там это сработало, то что она набросилась на меня с той стороны. Типа, как бы, чё за фигня? Ладно, попытка номер 4. Значит, сперва он, короче, у нас идет слева. Что? Ты что, закрылся и замок повесил? Да. Ага, ты комит как закрыл. Так, я вернулся с новыми силами. Сейчас будем пытаться. И... Здесь или здесь? Ладно, понял. Ждем-с. Ты не можешь прятаться вечно, а вот хрен тебе могу. Так. Так, иди в жопу. Так, у нас есть камеры какие-нибудь? Так, вот он ушел. Давайте откроем. Не бойся, а я боюсь тебя. Ты мне не нравишься. Блин, микрофон съехал. Немножко поправлю. Как пройдем этот момент. Ага. Говорит не бойся, а потом оскорбляет. Логично. Что-то тебе надо. Так, чувствую, крокозяблик идет. Так. Ладно. По времени еще минута нужна. Так, ладно, вот так. Дома нет никого. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нафиг. Бежит сюда еще. Так, здесь сейчас крокодил конкретно. Так что нужно открыть эту дверь. Это прям по-любому. Так. Так, чё пугает-то? Окей, у меня сейчас батарея сядет. А, все? Готово, видишь, все-таки уж не. Все не так уж плохо. Да, действительно. С четвертого раза только все не так уж плохо. О, луна эта бешеная. Ты голоден? Я найду тебя. Не, спасибо, я не голоден. Так, ладно, а теперь нам что делать? Камеры, а я где? А мне куда?
А что мне нужно делать? Так, ладно. Но я же выжил. Почему задание не обновилось? О, вша вентиляционные. Ладно, Фредди полицай. Я так понимаю, мне нужно сейчас просто отсюда выбежать. Четвертый? Не понял. Тарарирарара. Да ты чё встал-то в такой неловкий момент? Все, хана мне. Беги, пацан! Ладно, понял свой косяк. А на чё он посмотрел-то, я даже не понял. Ой, ёшкин кот. Ладно. Так, стоп, надо ему попасть и сделать скрин. На превьюшку. Так. Смотрим. Все. Сейчас пойдем дальше. А то мне на превьюшку нечего ставить. Повторить попытку. Тарарира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 рarar Так, ладно, как я понял, нам нужно зарядить фонарик. Господи, заряжалка фонарика. Или вот это можно на превьюшку поставить, даже не знаю. Значит, у нас сейчас второй уровень допуска. Хрена, я только дверь открыл, он уже прискакал. Значит, здесь это сейчас больная. Иди в жопу. Да что ты смотришь? В смысле третий? Я понял. Понял. Моё. Так, у нас по идее работает. Это карта к первой двери. Это карта ко второй. Подожди, это где? Это где лежит сумочка? Какие-то мониторы. Так, я так понял, их здесь теперь не будет. Так, здесь где-то сумка лежит. А, вот. Прикольно. Так, что там по сообщениям-то? Пицца из помойки и жалобы с безумной перчики. Ага, понял. Это мы все читали. Давайте так сохранимся еще раз, чтоб снова не подбирать, не читать. Через тут дверь не варит. Так, они оба здесь. Ну а как мне здесь выйти тогда?
Так, ладно, понял. А мне куда? Вот этого я не понял. То понял, а это не понял. Не сюда же? Нет, не сюда. В эту спиральку, что ли? Или лифт? Что это вообще такое-то? А, судя по всему, на него мы взоры бросали. Чё, нет? А чё, куда? Требуется третий уровень доступа. Вот сюда, что ли? Ой, надеюсь, что сюда. А куда? Ага. Очень интересно. Задание: найти VIP-зал в дальней части призового уголка. Камеры. VIP-зал. Hey, kid, come on out. Блин, они так говорят, будто они где-то рядом, знаете? Туда нужен третий уровень. Там у нас ограждено все. Мега пиццаплекс. Либо я тупой, либо я не знаю, куда идти. Там третий уровень нужен. Или мне типа вон туда надо? Никто не будет по тебе скучать, а ты откуда знаешь? Требуется четвертый уровень. В смысле, здесь должна быть безопасная зона? Иди в пень. Все, хана походу, да? А вот чё-чё, я прикола не понял. Там безопасная зона должна быть, если сохранение. Ага. Здесь у нас камеры. Ладно. Нет, мне как раз таки больше, меньше всех нравишься. Иди ты в пень, знаешь, со своим я найду тебя. Ты мне не нравишься. Еще не типа там, куда мне надо? Так, ладно. Так. Где наша коляска? Наша коляска вот. Оттуда мы зашли. Нам нужно вот сюда. Все, понял. Лисы этой нету. Ладно.
Что она сейчас будет делать дальше? Будет стоять здесь. Потом идет сюда. Я ж надеюсь, ты не собираешься заглянуть под коляску. Ну, моя умничка. Фу ты, блин. Не, блин, просто так гуляю здесь. Как они уже достали? В смысле? Что это было? Я что, дверь ушибла? Почему-то дверь открылась-то. А почему она открылась? А реально, почему она открылась-то? Не, ну это не прикольно было. А для меня она откроется? Не, ни хрена. Так неинтересно. Что такое? Что, серьезно? Боже, божественный интеллект. А куда мне идти-то? Здесь. Ага. Я сейчас нюхалку кому-то сломаю. И для чего мне мороженое, Фредди? Сложно, сложно. Перестаньте меня мучить, сложно. Требуется третий уровень доступа, да? Ладно, понятно.
Don't be scared. Что? Видишь, какая. Так, я вернулся. И что нам делать? Ну, куда ползти? Здесь у нас, допустим, что типа открыто. А, ну там закрыто, нам здесь все равно один хрен нечего делать. Ну ладно, давайте пройдемся вот сюда. Пам-пам-пам. Зачем мне мороженое? Да ищи ты. Ищи молча. Они, блин, след берут. Ну вот к чему мне это мороженое, Фредди? Камеры. Так, а где вип-зал? А, да? Нашел пожарный выход, к сожалению, тебе не удалось воспользоваться им без доступа. Система безопасности здесь не очень придумана. К счастью, сейчас пожарование обходится. Я отправил официальную жалобу. А, я теперь понимаю, кто. Фредди, все двери закрыты, я не могу выбраться. Доберись до лифта, найди безопасный путь на своих часах фаз. Ладно, понял. А может быть и не понял. Эта дверь нам не открывается, потому что нахрен она. Так, все, она пошла в эту сейчас. Не беспокойся, Фредди, ты кидала. Тебя кастрировать мало. Вот что есть, то и есть. До лифта теперь доберись. Слышь, ты сама такая. Воспользовался лифтом в призовом уголке. Ладно, карта. Точнее, камеры. Почему она может дверь открывать? Я не могу. Так нечестно. Я буду жаловаться.
Так, ладно. Она где? Она телепортировалась, это нечестно. Это нифига не интересно и нечестно. Так, ладно. Нам сюда. Так, ее здесь нигде нету. А где она? Здесь ее тоже нету. И здесь. Здесь нету. Здесь нету. Ладно, фиксим еще раз. Так сделаем, посмотрим. Можем спокойно вылазить. А, давайте сохранимся. Так, нам нужно к лифту вернуться. Да. Кого? Да. Там, так, где вход в лифт? Так, здесь я вход в лифт. Луну, да фиг знает, как вы победили, но как-то победили. Слышь, ты пылесос. О, бесплатная карта. Ага, есть. Тетя Зина. Угу. Эти роботы-пылесосы, блин, реально уже достали. Со своими призовыми картами. Грегори, где это я? Фредди, ты меня слышишь? Я в ловушке. Наверняка ты думаешь, что очень хитер, Грегори. Да, я знаю, как тебя зовут. Ты влип по полной. Ты выбрал не ту ночь, чтобы тратить мое время, поэтому будешь здесь. В бюро находок, пока за тобой не прибудут родители или полиция. Ну как, тебе весело? Не весело. Так, что делать? Летит отвертка. Ага, вот она. Так. Как он изнутри? Как он изнутри смог открутить этот? Сейчас соображу, скажу. Как он смог снутри открутить вентиляцию? Это ж тупо и нелогично. Так, сейчас мне куда? По заданиям, что у меня? Так. Добраться до атриума. Прежде чем Ванесса найдет вас. Теперь поясните, что такое атриум. Грегори. Фредди, помоги, крыльчиха нашла меня. Если ты получишь это сообщение, приходи ко входу в гонки Рокси на втором этаже. Я принес несколько коробок, чтобы ты мог перебраться через строительное ограждение и найти меня. Что-то блокирует мой сигнал. Подходи к гонкам Рокси. Я слышу тебя. Уже иду. Интересно, а если прыгнуть в лифте, он остановится? А что, мы поехали наверх так? Ой, ё-моё. FPS просел. Свинка Пеппа. А, это не свинка Пеппа. Так. Так, ладно. А есть здесь сохраниться? Есть где зарядить фонарик, мне где сохраниться. Пам-пам-пам. Это снова лифт. Гонки Рекси у нас на втором этаже, соответственно, нам вверх идти. А, нет. Не вверх. Так, ладно. Это у нас кто там бубнит? Успокойся, пылесос. Еще один пылесос. Все. О, место сохранения. Вот сюда мне и нужно. Сохраняемся. Так, нам наверх? Нет, нам не наверх. О, зарядка. Зарядник, ладно, но Фредди нету.
Но есть зарядник. Левое или право? Левое или право? Пойдемте направо. А, ладно. Ладно, ясно, понятно. Здесь у нас что? Сообщение. Новые... Это происходит снова. Жалоба клиента. Зачем вы снова открылись? Все отлично помнят тот случай, что случилось с теми детьми. Господи, что случилось с теми детьми? Так, здесь у нас биотуалета. Сюда мы не можем пойти. Сюда, что ли? Нет, сюда он не запрыгнет. Ладно, давайте вернемся обратно. Что это было? Так, а зачем я сюда пришел? Либо я тупой. Одно из двух. Мне что подсказывает, что нам нужно вот сюда. А где он коробки-то оставил? Здесь двери не работают. Вроде ограждение. Ладно, пойдемте вернемся обратно тогда. Круги пишем, как обычно. А, ёшкин кот. Так, это у нас тоже... А, ага. Так, опять пылесос. Это... Так. Зачем нам сюда дорога? Требуется 4-й уровень доступа. Ладно. Окей, допустим. Требуется 4-й уровень доступа. Ладно, допустим. Куда этот пылесос улетел? Иди в попу, я наверху. А, Фредди, братан. Фредди, брат, братишка. Фредди, are you okay? Да пофиг. Вот ты где, я ждал тебя. Так, сохранимся. Во, хорошая прививка. Сломанный Фредди. Что я могу сделать? Помоги мне добраться в отдел запчастей и обслуживания. Конечно могу. Как мне туда добраться? Он находится под главной сценой. Обычно я спускаюсь туда на лифте после каждого концерта. Это единственный известный мне способ попасть туда. Так, воспользуйся дверью, что находится за мной. Она приведет тебя в зал с другой стороны здания. Найди билет за кулиса, затем попытайся включить лифт. Удачи тебе, звезда. Прихожу в режим отдыха. Вот ленивая хрень. Хорошо, я постараюсь. Ленивый какой, все за него нужно сделать. Он перешел, главное, в режим отдыха. Здесь у нас ничего нету. Никакой пасхалочки. Может, что оставили? Может, их что спрятали? Так, ладно. Что у нас по времени записи? Запись уже идет 54 минуты. Всем спасибо за просмотр. Продолжение увидим в следующем выпуске, как бы это странно ни звучало. О, каска. Что у нас здесь? У нас здесь заряд для фонарика. Спасибо.